Продолжаю снимать на камеру DJI Osmo Action вечернюю каталку, потому что хочу поставить точку вот с этим мерцанием, которое уже видно. Настройки стоят обычные, 4К 30 кадров в секунду. Защита от мерцания стоит автоматическая. Проедемся по склону и убедимся в том, что вот это не единственный момент, когда камера мерцает. Поехали! К моему удивлению, мерцаний сегодня будет поменьше. Позавчера они были более явные. Не знаю, с чем это связано. Возможно, в маске на ходу. Я их не замечаю. При монтаже я все это увижу. Ну, а вы уже это видите. Меньше или больше мерцаний выдает камера в этом режиме, значения не имеет. Все равно кадр испорчен. Попробуем все это дело исправить в настройках. Что я делаю? Захожу в настройки. Нахожу здесь защита от мерцаний. Вот она. Стоит у меня авто, я ставлю 50 ГГц. Закрываю. И еще один момент. Перевожу на 25 кадров в секунду. По-моему, где-то что-то чуть-чуть мерцает. Друзья-лыжники подъехали. Сейчас я их сниму и точно увидим, мерцает или не мерцает. И ты езжай. Ну, естественно. Пока поднимаюсь на подъемнике, пересмотрел отснятый материал, и, как мне кажется, мерцаний нет никаких. А если и есть, то все намного лучше, чем было. В общем, дальше я просто катаюсь, снимаю в разных режимах, и в уголке здесь буду указывать, какой именно режим, сколько в кадров в секунду, ну и какая там защита, не защита от мерцаний. Поехал дальше. Девушка-колбардистка, разрисуй мне ее сейчас. Попробую себя снять в обычном режиме. Опять сам себя засинелай.
Ну и давайте попробую подвести итоги. Такая защита от мерцаний помогает. Вместо авто выставляем 50 МГц, и кадр становится намного лучше. Единственное, я переборщил с кадрами в секунду. Я поставил 25, а надо было оставить 30 кадров в секунду, и наверняка было бы лучше, кадр был бы не таким дерганым. В общем, оставляем 30 кадров в секунду и 50 ГГц. Насчет стабилизации. При таком освещении она, естественно, хромает. Меня это подрастроило, но нужно понимать, что все-таки освещение играет огромную роль для экшн-камер. Насчет десенилайка, честно говоря, я запутался и не понимаю, хорошо это или плохо в темное время суток. Иногда лучше, чем обычный режим, иногда хуже. В общем, как и говорит DJI, это для профессионалов с хорошими инструментами. Ну а в целом, камера ночью снимает, да, не без проблем, да, не самый лучший кадр получается в таком освещении, но тем не менее, камера снимает, кататься с ней можно и чего-то, да потом вытягивать в настройках тоже можно. На этом всем удачи, хороших каталок, хороших кадров, а я съем кусок сырого мяса и поеду в Болгарию на горнолыжку. Пока-пока.